Энергии души, что в мир иной ушла, я приняла, и вам ее послание в словах передала. Смотрю я женщине в глаза, и в сердце ощущаю слезы. Имела в жизни все она, смогла пройти все беды и невзгоды, смогла способности свои раскрыть, себя отдав призванию души, своим талантам обществу служить, не зная, что такое бить баклуши, самозабвенно всю себя отдав балету, педагогике, ученикам. Любила близких всей душой, не поддаваясь грезам и мечтам. Но был аспект девчонки молодой, наполненной любовью страстной, которому запрещено было любить, хоть он и помогал в жизни ее ненастной. «Мне жаль», — звучат ее слова, «мне жаль, что в жизни я недолюбила, отдав себя стремлением души, любить себе я в жизни запретила, себя всю посвятив служению мечте, о равновесии внутри я забывала, и лишь покинув тело навсегда, урок невыученный осознала. Сейчас я выражаю боль себя, аспекта света, что не мог любить, закрытый в рамки убеждений ума, самим собой он не в силах в жизни быть. И лишь теперь я поняла, при жизни надобно любить, необходим баланс меж телом и душой, только тогда счастливым можно быть». Передала Анхель, приняла, записала и озвучила Лея Асана Ян. Март 2023 год. Написано, озвучено в ноябре.